snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. The world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. From a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its pace. Like an apple spinning silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Is that jingle in your pocket? Words that jangle in your head? Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a Assalamu alaikum hammaga.
Ассаламу алейкум. Гульнарочка, привет. Рибаса, рибаса, рибаса. Рибаса. Бір 15 минут сізді білам бірге немайдар алақаға чықым келді. Обмен энергия. Энергия алмашинова қығым келдім. 15 минут бұл сақам. Благодарю. Взаимно. Человек видит свою красоту в других. Да? Это классно. Рассказывайте, как вы? Больше или канакасилар? Как ваше состояние? Сейчас такой момент, переходной момент, да? Переход холят дамза, да, харбрамс. Ассаламу алейкум. Ракам лар бойча, канакадыр узгярыш лабарм, колла василярму. Ракам ликод лар на ким укиал ватта. Kimga qiyin bo'lyapti. Нас немножко мало, но ничего страшного. Хотела вам рассказать. Хама вазят на принимать плеваман. Благодарность, план. Отлично. Хотела вам рассказать, что пока народ ехал гоноче, за яхандай деньги курс пошла махчемас. Брамас и китаем. Курс то чудаем коп. Албата деньги амалиот бу эркеклер амалиот. Уза бу котта бур курс, но бур кулек амалиот. Яхнда айнан нафас алыш бойче, уч баскычли курс пошла махчемас. Нафас алышны бур кулек амалиоты да катнашкенлер. Бүркүнлік нәтижелер білен болу шейлер. Жүдейім көп, жүдейім көп, яқшы-яқшы нәтижелер алдық қамады. Құшы курсыны, яны дақым чықырлаштырдырылген қалатыны, чықырлаштырылген бір кенге етірілген клеткалы барасыды, хүчерелер барасыды, яны дақым бір глубинны ішалы бармақчымызды. Мы хотим начать новый курс по дыханию. В этом курсе будет проработка более глубинная, да, и если кто у нас участвовал в нашей практике по дыханию, обязательно поделитесь с нами. Курс будет состоять из трех ступеней. Учбасхачтай барат болян болады, ва учбасхачтай барат учты кунда, орада ет кундан танафус берамза, болямза, да, санастройка ге, бзан курсы, да, тана манада дарачасы, да, керали болян дастурлар урнатылышы учен. Вақт беріледі курсты вамыды. Айнан тоғыры нафас алышыны, қар қандай қалады нафас алыш елі арқалы, қандай чықып кетіш елі мүмкінлігі қақыда. Нафас алыш елі арқалы қайатымызаны өзгертіріш елі ары қақыда органамызы, өзімізі бұны тадыбы қыламызы өзімізі да. Да, мы будем обучаться, как правильно дышать, как правильно дыхание сформировать, да. Как дыхание влияет на наше, на нашу жизнь, на наше тело, на наши вибрации. Хартера пламают, чудахам чукур органам задаст. Со всех сторон очень глубокая работа будет. Чудаем чукурич поля, да, была дыхам аслан барамс. Энергия кемайвата, энергия тулиш толсто я при. Ага. Хархал баркараса энергия бурко баркем. Xotiram kamayib ketgan. Va energiya kamayayotgani bu надо пополняться сейчас, hozir holat shunaqa. Siz har bir emotsiyangiz orqali energiyangizni kamaytirasiz. Ozgina noto'g'ri ovqatlandingiz, tojo energiya ketadi-da. Ovqatlanish bo'yicha biz ko'p gapirganmiz. Ал бір емоціяларыз, эмоціональный өзізіні
his tuyg'ularingizni bildirdingiz, tog'ji emotsiyalaringiz, energiyalaringiz, vibratsiyalaringiz tushishi kuzatilinadi. Ma'lum bir joyga kelib qoldingiz, tog'ji vibratsiyalar tushadi. Niski past vibratsiyali insonlar orasida bo'lsa, tog'ji vibratsiyalar tushadi. Lekin bu yerda переход bo'lmagunicha aniq anchagina chuqur ish o'zingiz bilan ish olib borishingiz ham to'xtamasdan bu juda ham muhim. Energiya kodi yo'qmi? Energiya kodi bor. Energiyani kodga aylantiring. Siz aytmoqchisiz yuqori vibratsiyali kodda niyat. Bunda уже осознанный подход, ongli ravishda yondashishingiz kerak bo'ladi. Agardagi sizga hozir yuqori vibratsiyali kod berib qo'ysa, siz hech narsa qilmaysiz. Siz napitaniyingizga, siz erinchoq bir insonga aylanasiz. Harakatingiz kamayadi. Siz chunki energiyaga to'lib boraverasiz-da i vse. Energiyaga to'lishni harakat asosida amalga oshirsangiz, to'g'ri siz ham harakatda bo'lasiz. Shundagina sizdagi energiya almashinuvi borliq bilan kuchayadi-da. Если код на повышение вибрации, нет такого кода нету. И если бы был бы такой код, мы бы все стали бы ленивыми аватарами, да? Поэтому тут очень много разных практик, разных состояний, которые мы выдавали. Надо активно тут работать над собой. Шахназа опа, тушымды тұрш ортағымге қарап, сіздің есіміңіз 772 деп ма, шу рақамны олып үйрішілері керек ма? Yo'q, buni siz ko'rdingiz-ku. Siz ko'rdingiz, agar turmush o'rtog'ingizga qanchalik bu his qilindi, sizning raqamingizda siz ularga vibratsiya berdingiz ma'lum bir darajada. Просто ko'ring, o'zlariga ham ayting, qanchalik qabul qiladilar bu raqamni. Ну, bu olib yurishlari kerak degani emas, agar his qilsalar, почему бы нет, потому что resurs raqamlari juda ham ko'p. Vaqt to'g'risida hammasi to'g'risida ma'lumotlar kanalimizda bor. Благодарю. Благодарю, благодарю. Я вроде бы обычная, как всегда. Doim 22-22 кодини кўраман, соатга қарасам. Ну, классно, сізда жанама, сізда активно сифатли ўринга, сифатли бир манбайсига эга бўлган энергия матрисани программалаштирилган янги дастурлар берилмоқда. Аҳамият беринг, нима берилмоқда, нимани илғавасиз, нимани илғамаяпсиз ва шу орқали ўзингизни янги бир поғонага, сифатли бир поғонага олиб чиқишингиз мумкин бўлади. Не очень часто видны коды 22-22, да? То есть, что это означает? Это очень качественно, то есть перетрансформация новой энергии, новой программы. Значит, вам абсолют дает абсолютно на новом формате. Старая программа переформатируется и выдает вам новый исток. Значит, вам подаются какие-то новые абсолютные информационные потоки, которые, возможно, вы не замечаете, возможно, вам нужно это заметить. Обратите внимание. Манге доем сакадзракану коронада. Мне часто видится цифра 8. Ну, сакадзракану, бун блямс на маликина, да? Бу борлык, бу абсолют, бу энергия. Бу пуль энергиясы, бу севге энергиясы. Значит, сізге борлықта айны шынақы энергиялы берілуады. Это очень хороший процесс. Айнан 8 рақамы бор болген, айнан даталарды кімді бор болса, айыда или күніда, тоже жүдайым күчілі инсонлар болып сапланан тоже олар. И у кого есть восьмерка в дате рождения, именно в дате, в дне, в месяце, эти люди, эти души считаются очень-очень сильными, да, в основе. Добрый день, мне все время 5-5-5 выходит. Манги хардоем, что бишь курнал. Отличный результат. Пятерка это вообще сила и мощь. Это сила на физическом плане, на физической основе, да, то есть вы чувствуете себя очень энергично, когда пятерка, когда вы... То есть, что это означает пятерка? Это сила, это мощь не только на состоянии качества, на состоянии физики тоже. И когда вам тройное значение пятерки видится, то есть три пятерки, три – это качество, да, на качественной основе вы видите пятерки, это очень хороший знак. Я вообще рекомендую эти три пятерки прям ставить перед собой, чтобы вы вливались в эту энергию, чтобы вы всегда были сонастроены с этой энергией, да. Хардоем, что бишь корома.
3-5 5 bu juda ham kuch va tana darajasida, energiya darajasida sifat beradi va kuch beradi. To есть oddiy emas, juda ham kuchli bo'lgan sifat beradi. Tanangizga ham quvvat bag'ishlaydi-da bu kuch. Siz bu narsani ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni 3 ta sifatli 5 5 ko'rasiz, bu juda ham yaxshi bir natija. Sizga shunday energiyalar berilyapti. Umuman olganda bu 3 ta 5 ta ham siz bilan qo'llab yursangiz, yoningizda sizga doimo bu blaga bo'ladi. Siz bu energiyalarni o'zingizga o'zingiz bilan birga bo'ladi. To'g'ri, raqamli kodlarni yaxshi tarafi nimadanda? Siz raqamlarni hamma narsa energiya, hamma narsa programma. Da, misol uchun sizda ochki, ochkini kodi bor. Siz ochki olmoqchisiz, siz ochkini kodlashtirasiz-da, o'sha kodni qaytarasiz. Nima qilasiz? Shu programmani siz o'zingizga yaqinlashtirasiz. U energiya. Hozircha u sizda kod sifatida, energiya sifatida yoningizda bor, mavjud. Kod sifatida yoningizda bo'ladi, qaytarasiz, siz o'sha energiyaga ulanasizmi? To'g'ri, siz kodlangan ochkini kodiga ulanasiz. Siz уже kodiga. Бу bizda gologramma да, бу уже результат получается, да. Ва ваholanki bu ham illyuziya. Ну, buni orqasida energiya, buni orqasida kod bor-da. Sizlar o'zingizlar uchun bilib olinglar. Demak, siz o'sha kodni qaytarganingizda programmada bu programmani kodini qaytargansiz, nima qilasiz? O'sha avtoprogrammani avtomatik ravishda yoningizga olib keltirasiz. Siz avtomatik ravishda o'sha programmani energiyalar siz bilan birga bo'ladi. Sizni tortib olishingiz juda ham tez darajada amalga oshiradi. Но вибрацияларизга bog'liq bo'ladi juda. То есть, что это означает? Коды, да, цифровые коды. Всё имеет код. Каждый предмет в жизни, в матрице, все закодировано. Каждая программа закодирована, и все есть энергия. И когда, например, вы хотите, например, приобрести очки, вы делаете код на эти очки, девятизначный код, и этот код вы постоянно повторяете. Что вы делаете? То есть вы уже этот код, эту программу к себе притягиваете. У вас очков сейчас нету на руках, но они уже у вас есть в вашем пространстве, потому что вы сделали код на эти очки. Эти очки закодированы. То есть вы этот код пользуетесь, вы этот код неосознанно, вы эти очки притягиваете. То же самое с машиной, то же самое с домом, то же самое со всеми предметами, которые окружают вас вокруг вас, то же самое в отношениях. Все, что заложено, все программа. Вот настолько, почему коды, 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 потому что коды – это самый быстрый инструмент. Так как все программа, мы эту программу саму формируем и притягиваем. То есть уже эта энергия уже в нас, мы эту энергию сделали, она перед нами. Все, Вселенная будет заботиться о нас, если мы будем постоянно повторять, она будет нам, чтобы эта энергия еще сама суть притягивалась к нам, да? То есть хама нарса кодланган бўлганлиги учун хама нарса программа. Биз программа ана туздик, 9 талик кодни бўлди, биз аёнимизга олиб келдик. Борлик бизга уже бу нарса бор бизда, энергетик равишда бор. Сиз хоҳлайсизми юқ, энергетик равишда бор. Қанчалик кўп қайтарасиз, сиз борлик бизга бу нарсаларни яқинлаштириб беришни давом этиради. Кофе без кофеина можно? Нежелательно. Тоже снижает вибрации. Но если хотите, очень-очень-очень, можно с растительным молоком попробовать, немножко балансировать будет вам, потому что растительное молоко повышает вибрации, да? Да, идемте. Идемте на улицу. Факат то ракаму маноси барми? Карма деген. Башка ракамларни маноси юкми? Конечно, бор. Если значение других цифр есть, у меня в YouTube-канале, у нас есть YouTube-канал. Обязательно зайдите, там мы предоставили именно видео, в видеоформате семинар. Там от 0 до 9, да, 9-значным, до 9 цифры, все значения, что имеет каждый день, неделю, что он значим. Потому что каждый день недели значим. Кстати, сегодня четверг. Кто на голодании, поднимите ручки. Я поднимаю. Я на голодании. Сегодня четверг, бүгүн айнан тур, да? Хамма ракамлар боюнча маалыматтар YouTube каналыбызда бар. Толук алышыңыз мүмкүн. Ачык доступта берилген. Айнан 1-дан 9-дан 9-гача болгон. Хафта күндөрү менен баалык болгон хамма маалыматтар, хамма-хаммасы бар. Чакралар боюнча хам бар. Албатта алышыңыз мүмкүн болот. У меня 28.05. Вообще, манда 28.05. Яхши ёмон дата ёк. Узиз үшін просто біліп қойын. Хар бір рух келшіна алдын датасыны танлап келад. То есть нету плохой, хорошей даты. Каждая душа с собой определенное до воплощения выбирает даже дату, выбирает имя, да? Хаттоки исмыны хам танлейді, дата рождения сыны хам танлейді. Хар бір исмы
berilgan. Sizning ismingiz bejiz emas. Sizning ismingiz bu. Shuning uchun men juda ham bir ruhiy ismga kelganda juda ham channelingda ko'p so'rashadi. I hattoki bu mening fikrim emas, даже sivilizatsiyalarning fikri ruhiy ism borasida. Da, ruhiy ism qaysidir voplashingizda olgan bo'lishingiz mumkin. Nu hozir va shu yerda siz ruhiy tanlagan vibratsiyangiz bo'yicha, ismingiz bo'yicha yursangiz, sizdagi qo'yilgan maqsadlarga yetishingiz tezroq bo'ladi. Siz o'zingizning ismingizga hamohang ravishda o'sha 3-chi o'lchamda siz o'sha o'lcham dasturlari bo'yicha siz xohlaysizmi yo'qmi tugatmagunicha bu matrisadan chiqmaysiz ssenariyingiz bo'yicha. Poytimi sizga tezroq yakunlash uchun tezroq yaqinroq bo'lishi aynan o'zingizning pasportingizdagi ismingiz bilan foydalanishingizni tavsiya qilgan bo'lardim-da. Насчёт духовного имени тут решил очень много спрашивают на ченнелингах, дайте мне мое духовное имя. Да, оно неплохо, не хорошо, оно есть, оно высоковибрационно. Возможно, вы в каких-то воплощениях пользовались этим именем, но так как вы пришли именно на землю, на Гаю, и душа выбирает даже имя, потому что каждое имя имеет свою вибрацию, каждая дата, даже дату выбирает, имеет свою вибрацию. Раз вы выбрали это имя, значит, не зря, значит, у вас с этим именем есть определенные задачи. И хотите вы, не хотите, пока вы не завершите все матричные задачи, которые душа заложила именно для третьего формата, вам нужно будет завершить для третьего, четвертого формата на земле Гаи. Поэтому очень, конечно же, благо, если вы своим именем будете идти, дабы завершить эти задачи, дабы быть с этой вибрацией очень близко. Не нужно повторять или написать куда-то. Написать, повторять. Как чувствуете? Как пользоваться кодами? У нас тоже очень много информации. Обязательно просмотрите на нашем канале. Обычно, вот как вы чувствуете? Повторять. И тоже обязательно просмотрите тогда, если вы не знаете, такой задаете вопрос. Вот в YouTube-канале обязательно просмотрите. Там очень разные способы. На воду наговаривать можно, да? Суять шмункун. Можно написать где-то, можно прямо всегда, вот, чтобы рядом было. У меня бутылочка есть, я бы на бутылочку тоже пишу, где у меня водичка. Сумбар, судыги, су бутылкам, я хам лёс варьям. Да, то есть он есть канакар хохлесах, спросишь, что на клешизм кон. То есть как рассчитывает ваше сознание, так и нужно делать. Благодарю вас. Агар инсон таджик больса, арзу коды таджик теледа хсаплеватами, и Узбекистон фуқарасы. Жауап үшін рахмат. Орзу кодлары бойынша хар бір малымат бізді де мастер-классларымызды да бар. Бұны батафсыл орғанышыз керек болады. Хазір шүнчәлік сізге айтсан, малыматны чәлі алген болады. Шүнкі бұны арқасы да boshqa bir narsalar ham bor. To'g'ri, bir-biriga bog'langan. Hozir men sizga aytaman, ko'pchilik meni eshitadi-da, i o'sha ma'lumotga yopishadi. Uni ketidan boshqa ma'lumot bor, uni ko'rishmaydi. I kodni yaratishni boshlashadi-da, kod ishlamay qoladi. Keyin сразу boshlanadi. Kodlar ishlamaydi-ku degan fikrni uyg'otmaslik uchun men aynan batafsil ma'lumotni aynan master-klass orqali olishingiz juda ham xohlagan bo'lardim. Buni berib yuborishim mumkin. Buni ketidan orqasidan siz to'liq ma'lumot ola olmaysiz-da. И потом кодларыз нотары іштеді. Бұл маңы қызғанчығылығымдан маз, конечно, берамын, но просто анақа кейін келіш алмай қолас. Поэтому лучше имкуаныз болса, обязательно өзіз үшін овалейн. Это инструмент сіз үшін прям дайымо, прям мощный сізге қызмат қалады, яратылы. Сіз өзіз дастурларыз, программаларыз өзіз яратасыз. Тоқысталы код арқалы. Мой YouTube-кадан назван моим именем, да, совершенно верно. Даже у меня в Инстаграме есть у нас там страничка, где вы можете найти YouTube-канал. Или напишите, позвоните моим помощницам, они вам обязательно помогут. Халалочка, привет. Пластик джарохлик хакда кандей фикр билдира оласыз. Айнан пластик джарохлик юзге дымақчымасыз или нымаге дымақчысыз. Барбар берген савалыз, қанчалик толуқрак берсез, шунчалик ман анықрак сізге жауап бер алама. Umuman olganda hozirgi kunda химический hamma yuzga bo'ladigan bo'lsa, ximiya bo'yicha beriladigan har qanday ukol, это все химия, да, это все деструктивная программа, albatta tavsiya qilinmaydi, aynan переход davr, chunki bu vibratsiyalaringiz tushiradi. Lучше подождите немножко, переход o'tmasin, ozgina kutib turing, но 4-chi o'lchamga o'tganingizda sizning hujayralaringiz, agar siz o'tsangiz, shunchalik o'zgaradi,
что сиз озизам клалмисиз буни. Насчет пластических укольчиков и так далее, если я правильно поняла, вопрос прозвучал, насколько это мембранно и ресурсно. Конечно же нет, там химия, это все деструктив. И если вам очень хочется, подождите немножко до перехода, чтобы ваши вибрации не снижались, а вибрации сейчас активны на любой предмет, на любое состояние, прям готовы вас снизить, да, любыми предметами. Лучше переждите, подождите, даже зубы, даже наркозное состояние, конечно же, не лечить. Вот обычно даже зуб, тишке, да, левомидоколмен, макалад, ушихам, даже состояние, сознание, озгертрашим, вот. Даже этот укол может изменить ваше сознание, снизить вибрации. Поэтому я тоже вот активно вот жду, чтобы вот лучше пусть пережду, мадам Бороску твому, лучше ушенку туптурому момент, а потом уже сики насталик блян, кирлин муладжалану кустаболан, да? Вот. Мастер-класс хакда малымот тоже бзада альбатта малымот бор. Машу каналымызды да, албатта телеграм таплинка басын, таплинкамызды бар, телеграм каналымызды кірсес, уже это маны ярдамчыларымы, конгурал рақамлары бар, албатта телефон қылын, ол сізге толығырақ малымын бершады. Агер кодларды бітті харфыда хата кеткен болса, ішлемейді. Однозначно ішлемейді, конечно ішлемейді. Менде дин ва реинкарнация түшінчасызге жүді икеляныш болиятты. Болады, икеляншлы хаммада болады. В этом и задача, сізді бұл проработки, икеляншы бойчы сіз вибрациялар наработка қыласыз, эмоциональный состояние малым бір дәрежеде ішланасыз да, ішланады сізді. И потом керелі дәрежеде малыматла келініп, өзізге қырар қабыл қылышын башлайсыз. Чен ринде мені энергиямдеге инсонымны 2 елді үшіретасы дегеніз. Бір ярым ел өтті, шу ел мобайныда менде Кәтті өзгерішлер болды, орзуымдеге инсанны ертарақ ұчыратышым қа мүмкін мұ? Конечно мүмкін. Хамасы вибрацияге болық. Ченнелингдеге хар бір малымот, сізді ұшы ченнелинг күніде келген вибрацияз білен болық болып. Агер сізді вибрацияларыз ұшса, конечно, сізге сабицийны ряд, сценарийз бойчы берілген вақай вақадысаларыны кетмакетлеге дәрежесі сұфаты албатты өзгерады. Вибрацияз пас pasiyib ketsa yoki baland bo'lib ketsa, то есть baland bo'lsa, o'zgaradi, yaqinlashadi da, past bo'lib ketsa, naqrot uzoqlashadi yoki bir aksincha o'zini tus olishni boshlaydi. То есть voqealar o'zgarmaydi, lekin ularning vaqti hozircha o'zgaradi. Nima uchun? Переход davri shunaqa. Переход davrida vibratsiyalarni chiqib tushish juda ham tez bo'ladi. O'shaning uchun bu jarayonlar ham o'zgaradi, da? То есть savol, process channeling, da? Если заложено, что встретить моего партнёра через 2 года. И могу ли я встретить своего партнера через 1.5 года? Конечно, можно. Все зависит от вашей вибрации. Если ваша вибрация, то есть ваше состояние, ваши событийные ряды зависят от вибрационного состояния, когда вы пришли на тот момент ченнелинга. То есть какие вибрации у вас были в день ченнелинга, так, вот из этого состояния вам определяются определенные активы, дата, время и так далее. Ваши вибрации меняются, событийный ряд не меняется, но меняется дата, меняется время событийного ряда. Оно может измениться, то есть приблизиться или наоборот увеличиться. Это только в переходной момент, потому что в переходном моменте вибрация очень сильно туда-сюда, туда-сюда, снижается и играет. А в четвертом поле вибрации уже не так сильно будут играть, а стабильность будет более высокая. Кодларын бұрсак қысқын ұшылатгендан сон кейін қайтары шартамас, агер сіз қысқы қылсаңгез шартамас. После 108 раз нужно ли использовать коды? Если вам, вы чувствуете, что вам это не нужно, не нужно. Можете усилить этот код. То есть код на сфаты ночи, если сізге айнан, бұл код бойынша керілі болған дәрежеде, яна да хам сфатыны, мохиятыны ашырмақшы болсез, сфатыны ашырыш бойынша, яна кодларын қошып, бұл код на перетрансформация қылыш юлары хам бар. То есть вы можете изменить качество этого кода, более качественно сделать этот же код, если вам эта программа нужна будет после 108 дней. Орзу коды нама ильтимас азгенеджи айты берин. Нама айнан айты берин. Орзу коды біз орзуларын ройыпке чықарышты байдек. Ему магенде кодлар тізімі хақыда яп кетуатты бұдда хар бір нәрсе кодланген. Хар бір. Сіз кодланген, сіз ман кодланген, шахар кодланген, жой кодланген, да?
stomach kodlangan. Biz har bir narsa o'zining 9 tali kodiga ega. Biz matritsadamiz. Matritsada har bir narsa kodlangan. O'sha kodlar, o'sha dastur pul kodlangan, uy kodlangan, rivojlanishni ma'lum bir darajaga yetishingiz kodlanganda, ma'lum bir joyga ulanishingiz kodlanganda, karmani dasturini yopish kodlangan, munosabatlarni yaqinlashtirish, bular hammasi kod, bular hammasi programma. Biz o'sha programmalarni o'zimiz o'zimizdan ongimiz bilan ongli ravishda yaratishni o'rganishi haqida gapiramiz. To'g'ri, o'sha haqida gap bizda orzularni ro'yobga chiqarish masalasi bor, o'sha haqida gap ketadi. Agar sizga bu narsa yordam bersa, да, то есть всё в этом мире закодировано. Всё, мы живём в матрице. Всё, матрица это цифровые коды, это энергия, да? Всё, всё, всё. То есть отношения закодированы, да, например, завершение каких-то программ, болезни закодированы, здоровье закодировано, да? То есть если вы хотите завершить какую-то программу, программу болезни, да, это тоже код, это тоже программа. Мы делаем код, мы завершаем эту программу. Если вы хотите программу на оздоровление, вы делаете код, то есть вы составляете программу оздоровления, вы делаете код, и вы подсоединяете к этой программе. Надеюсь, я вам ответила. Qachon yer shari 4-chi o'lchamga to'liq o'tadi? 21 dekabrda, 21-12-2021 yilda. Уже пространство полных матрицали бўлди 3-чи ва 4-чи ўлчамга. 4-чи ўлчам нима? Сизга бу ҳақида албатта маълумотни YouTube каналимиздаги бутун борлиқ асослари ҳақида жуда ҳам кўп маълумот берганмиз. Албатта бу ҳақда ўқиб олинг. Добрый вечер. Гулнарочка. Кўп практикаларни ҳис қилганингча қил дейлади. Эринса тохтатыш керек деганими? Йок, албатта. Все практики говорят, что если как делаете, как чувствуете. Если есть лень, нужно ли останавливать? Конечно, нет. Особенно сейчас. Всем советую. Лень это программа. Эриниш бу программа, да? Бу айныкса 3-чи ўлчамдаги жуда ҳам фаол программа, да? Биз бу программа оркали ўскиганмиз, бу программа оркали наработкали қилганмиз. Это очень активная программа третьего поля. Через эту программу мы взращивали себя, да? Мы взращивали своё сознание, да? Поэтому ни в коем случае, если у вас лень существует, и я бы так сказала, да? Прочувствуйте, но возникает лень не всегда из-за того, что вам не нужно это делать. Лень возникает из-за того, что это ваша программа, которая заложена в вашем ДНК. То есть ирниш хардоим хам ирниш болганда хардоим хам керак эмас қилиш дегани эмас. Ўзингиз учун буни билиб олинг. Бу программа бизнинг ДНК тизимимизда ўрнашган. Чиқади, эсига солади, бизни эслатади. Бу эски программа, бу 4-чи ўлчами дастур бўлиб ҳисобланади. Bu programma orqasidan ketishingiz, siz faqatgina o'zingizni orqaga tortishingiz degan. Если вы идёте за этой программой, это получается вы ведёте себя к снижению. Поэтому я бы вам от себя советовала, не идите за этой программой. Именно здесь и сейчас в переходе o'zimdan chunda ham tavsiya qilgan bo'lardim. Bu erinish programma, dangasalik programmasi orqali ketmanglar. O'zingizga yordam beringlar. Dangasalik bor, bo'ladi faqa. Sizlarni orqaga tortuvchi programma bo'lib hisoblanadi. Лучше o'zingizga yordam berib oling. Keting, o'zingiz ham aytasiz-ku, "Вот, erindim, noq qildim, qanaqa o'zimni mazax qilaman?" Обратите внимание, вы же очень часто говорите себе: "Вот, я ленилась, а вот сделал, как я хорошо себя чувствую". То же самое. Поэтому я бы вам не советовала, обязательно пересмотрите это. Ой, благодарю. Прям такие много сердечек. Ассалому алейкум. Рухи исм олишни жуда ҳам хоҳлайман. Ҳозиргина гапирдим рухи исм бўйича. Бу видео сақланиб қолди. Рухи исм бўйича албатта кўришингизни тавсия қиламан. И рухи исм олишни унча тавсия қилмайман. Рухи исм олишни тавсия қилмайман. Айнан ўзингиз Гая тизимидаги сизга берилган, сиз рухи танлаган исмингиз бўйича фаолият юритишингизни, ҳаёт кечиришингизни сизга тавсия қиламан. Да, рухи исм бу юқори вибрация, да, бу тўғри. Но вазифаларингиз бор, сизга керакли бўлган, бу ҳам вибрация, қабул қилган ҳолатда ўзингиз исмингиз бўйича кетишингизни тавсия қилган бўлардида. То есть насчёт духовного имени спрашивают. Опять-таки напоминаю, что в начале мы проговорили об этом, обязательно прослушайте. И я бы не советовала брать духовное имя, я бы советовала вам идти по имени, вашему имени, которое ваша душа выбрала именно в этом воплощении. Она более мембранна для вас, более ресурсна. Игорь Масак, значит, это более дыян практика. Намалар
olishimiz mumkin? Shu haqida ozgina ma'lumot bera olasizmi? 28-da, da, конечно, ayollikni oshirishda. Siz boshqa praktikalarda ishtirok etganmisiz yo'qmi? Bu umuman olganda yana bir bor ayollikni o'zida ochishni boshqa bir pog'onaga ko'tarish, yangi bir qirralarni ochish degani. Bu praktikada sivilizatsiyani kodi beriladi. Aynan sivilizatsiya, xotirjamlik, sokinlik energiyalarni ayollikda mujassamlashtirgan sivilizatsiyalar orqali energiyalar beriladi. O'sha sivilizatsiya kodi beriladi. Bu kod orqali bog'lanamiz. Yanada ham o'zimizdan uyg'unlikka keltiradigan kodlar beriladi va albatta faolligimizni oshirishimizga hujayralar darajasida yanada ham ma'lum bir darajada pog'onaga o'tishni boshlaymiz. Bu mustahkamlovchi amaliyot albatta 14 kunlik kurs, ayollik kursimizni o'tgandan keyin boshlandi. Bu nima uchun o'sha kursdagi chuqur proработкаlarni, ishlanmalarni ko'lamini yanada ham kengaytirishda, yanada ham oshirish uchun berilgan. No, agar siz o'tmagan bo'lsangiz, bu kursda o'tishingiz mumkin albatta. Bu haqda ma'lumot berganmizda. Biz тут спрашивали насчёт курса 28 апреля, который будет проходить. Что мы будем проходить? Да, то есть будут выдаваться коды, которые цивилизация 11-й плотности, то есть эта цивилизация курирует на женское состояние, женский энергообмен, женское поточное состояние, женскую энергию баланса, женскую энергию спокойствия, да, вот именно этой цивилизации будет выдан код на активизацию, на омоложение также в основе, и также мы будем выводить нашу структуру, наши клеточки на более высокий уровень, активизировать будем наши женские поля. Маньяклер фантом буладыма? В основном, да, хамас-самас на индивидуальной кошке булады, да. Я благодарю, дорогая моя Гульнарчика. Ченнелинг март башиге турге отышым хақыда айтылынгенді, лекен халы отработкалы давам етепті. Больше мүмкін, бұдда индивидуальный қараш кере, или вибрациялар ешір варген болшыз мүмкін, или халы гече, чүнке халы айнан апрель ойды, март, апрель ойды отыш давары болыныш, рухларыны болыш дәрі яғни кетіпті. Екі сіз ақырге бір малым бір дәрежедегі ішләнмәләрізі давам етіріп түгетіп қойвасыз, Yoki sizda yopilingan shleyf orqali hali ham bo'lyapti, aytaq shashlik pishirishyapti, shashlik hidini his qilayotgandek-da, u narsalar bo'lishi mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa vibratsiyalar tushirgan bo'lishingiz mumkin, переход davri o'zgargan bo'lishi mumkin. Ruhiy ism haqida aytib o'tdim. Agar 4-chi o'lchamga o'tish davrida, agar 3-chi o'lchamda qolib ketsa, keyin 4-chi o'lchamga o'tib bo'lmaydimi? Если в переходе, да, если мы остаёмся в третьем поле, будет ли возможность перейти в четвёртое поле? Albatta bo'ladi 4-chi o'lchamga o'tish, lekin bu hayotda emas, ruh aynan bu 3-chi o'lcham ssenariysini tugatib, o'lim dasturidan keyin 4-chi o'lchamga o'tish imkoni bo'ladi. O'lim orqaligini faqatgina o'tiradi. Конечно же, есть возможность, но только переход в четвёртое поле, если он в этот раз душа не сможет перейти, только может осуществиться этот переход после смерти. Потому что это единожды возможность, которую нам предоставил Абсолют. Цивилизация, переход именно в осознанном состоянии, именно вот на этот момент, да? И дальше уже, если не получится, значит, это же неплохо, не хорошо. Значит, это третье поле, это же не означает, что плохо. Ну, то есть качественная программа, качественная проработка будет у вас в третьем поле. И уже в четвертое поле переход будет только после смерти. Да? Учинчи дастур буды ян йоман ды яна маску. Сыпатли дараджадыги проработкалярна амальга ашырарсыз. Учинчи ульчамды ва пакаткин улем аркали тортынчи ульчамды отырынады. Она шурухлады. Erinchoqlikdan qanday qutulsa bo'ladi? Vibratsiyalaringizni oshiring. Aktivni erinchoqlikka ongli ravishda yondashing, erinchoqlik ketidan ketmang. Qalb kasbini qanday topsa bo'ladi? Agar vishayaga ulangan bo'lsangiz, sizga ma'lumotlar kelishni boshlaydi. Yoki bo'lmasa aniqroq bilmoqchi bo'lsangiz, chinnering konsultatsiyada kontaktyorlar orqali albatta bog'langan holda ular bilan bilishingiz mumkin bo'ladi. Man yetkulik chakralarini bitta niyatimda bag'ishlab qildim.
endi keyingi oy boshqa niyatda bag'ishlab qolsam bo'ladimi? Конечно, bo'ladi. Семидневную чакральную практику я делала с одним желанием. Можно ли делать с другим желанием в следующий раз? Конечно, можно. Она очень классная семидневная практика, прям обязательно делайте, прям не останавливайтесь. Я даже там сказала 4 раза, но всё равно делайте. Турмарта эткен болсам ҳам обязательно қилинг. Ну, Гульнарочка, благодарю, вы мне прямо этот осыпываете, Рахмат. Рухи исимни ўзимда ҳис қилмаганман. Ну вот видите, да. Аёликни очиш практикаси жуда ҳам зўр. Ҳар бир аёлларимизга тавсия қиламан. Благодарю, Гульнара. Благодарю вас. Да. Асабийлашиб ичимдаги гапимни ранжитмаслик ичимга ютишим билан бўйним қотиб қоляпти. Бу вибрация пастлигидан асабийлашиб ичимдаги гапимни ранжитмаслик ичимга ютишим билан бўйним қотиб қоляпти. Йўқ, ҳар доим ҳам эмас, буни индивидуально кўриш керак. Ну, агар ичингиздаги гапни ютишиш, бу вообще ичингиздаги гапни ютиш бу, во-первых, нотора, да? Надо будто онгли равишта, ёндашган ҳолатда, осознанно 5-чи чакрани ишлатган ҳолатда гапирб олишингиз керак бўлади бу нарсаларни. То есть, агар сиз тўғри тушунган бўлсам, то есть ранжитмаслик бу бироз агар сиз juda ham bir bilasizmi har taraflama ko'rish kerak bo'lgan savolda просто так javob bersam noto'g'ri bo'ladi. Ranjitmaslik bu ham to'g'ri ham noto'g'ri ham emasda. Но siz ongli ravishda vibratsiyalaringiz yuqori bo'lsa, sizni ranjitmaslikni his qilasiz, lekin aytishni ham his qilasizda, ayta olasiz, ranjita olmaslik sifatida, lekin ranjitsangiz ham siz buni to'g'ri qabul qilasiz, потому что sizni siz biz shunaqangi insonmiz, birovni ranjitish, ranjitmaslik asosida faoliyat yuritsak, unda bizdagi ну, yashash kodlarimiz biroz mutanosibligi to'g'ri keladi, disbalans bo'ladi-da hayotimizda. Poytanda bo'lsa sal kengaygan holatda qarashingiz kerak bo'ladi har taraflamada. Ichingizga albatta yutmang buni. Bo'yin qotib qolishi bu o'zingizni да, то есть keraksiz bo'lgan yuklarni o'zingizga olishingizda bo'lib hisoblanadi. То есть если у меня болит состояние шеи, да, это понижение или вибрация? Нет, не всегда. Когда у вас какие-то в теле существуют какие-то боли, это не всегда понижение вибрации. Тут нужно смотреть индивидуально и нужно смотреть, что именно происходит. То есть бу вибрацияларингиз пастлиги билан боғлиқ эмас. Агар шу савол бўлса. Гуноҳ савоб, жаннат дузоҳ бўладиган динлар ерга нима учун келган? Уни ўрнига цивилизациялар севгига тўлишни ўргачиси бўлмасмиди? То есть для чего, да, грех, для чего существует грех, для чего существуют благие дела, да? Почему цивилизации вместо этого не дали нам именно жить в любви, да? То есть вы должны понимать, что в Сискере харканака проработка, айнан қорқу проработкасы. То есть қиынчилик орқали биза эриш қиынчилик орқали ўсамиз. Қиынчилик орқали биз онгимизни кеңейтирамиз. Сиз гуноҳ нималигини билмасдан туриб, савоб нималигини била олмаган бўлардингиз-да. Севги нималигини англашингиз учун севмаслик нималигини англашингиз керак бўлади-да. То есть бу нарсаларга эътибор беринг. Оқ нималигини bilishingiz uchun siz qora nimaligini bilsangizgina siz oq rangda nima qanaqaligini bila olasiz. Shundagina siz ongli ravishda bu narsaga yondasha olasiz. То есть, если вы понимаете, что грех, вы осознаёте, что если вы осознаёте, вы проходите состояние греха, вы понимаете, что есть и другое состояние, противоположное состояние. А если вы не понимаете, вы не осознаёте, не пройдёте это состояние именно греха, то в третьем формате, да, вы бы не осознали, что противоположное состояние, что это такое. То есть я забыла, что это такое савоб на русском языке. Да, то есть хорошее и плохое. Когда мы не понимаем, что плохое, мы не поймём, что хорошее. Если мы не понимаем, что такое чёрное, мы не поймём, что такое белое. То есть вот это всегда пока вот эта балансировка, то есть это нам даёт рост сознания. И тогда уже мы выходим на состояние уровня любви, и после этого у нас возникает состояние осознанность. То есть мы уже осознаем, мы уже осознанно понимаем, что есть такое состояние. А если мы не будем видеть это состояние, у нас не будет видения другого состояния в основном.
Я очень прошу прощения, у меня прям зарядочка кончается. Я просто вышла на 15 минут. Очень рада, что у вас такие вопросы. Чудаем узур сориман. 15 минут кечкудам. Зарядка прям хазыр тугеп калады. И сизлер билан хайрлашымге тору келады. Чудаем мамнунма саволларыйла коплигидан. Албатта эфир қаламан. Бесплатный эфир қаламан. Вибрациялар тоғрысында эфир қылмақчыдым. И малым бар дәрежеге берілген сізге малыматларым бар. Savollaringizni to'plab boringlar, to'g'ridan-to'g'ri efirdagi savollarga ham chin ko'ngildan javob beraman обязательно. Очень буду скоро сделаю, сегодня, завтра постараюсь сделать эфир и обязательно с удовольствием отвечу на все ваши вопросы прям онлайн. Благодарю вас каждого. To'rtinchi o'lchamda fantomlar qolmaydimi? Yo'q, qolmaydi. Потому что я отмечаю фантом, чунки фантом бурухамаску программу, да. Ну, я с вами прощаюсь, выйду скоро. И всем, ребят, благодарю вас за ваши вопросы. Очень прошу прощения, что не смогла ответить. Неожиданно, что так много пошел дела. Очень приятно, очень осознанные вопросы. Вот все, зарядочка у меня кончается. Всех вас благодарю, всем вам, ребасам, очень-очень. Буду рада видеть вас на моих практиках. Если вам ваше сознание рассчитывает, что я хурсан болеман, практика лада коршна, а я сизнинг онгингиз бу нарсани хис қила олса, ўқи олса, да, агар хеч бўлмаса, YouTube-даги практика, енги новичок бўлса, YouTube-даги практикаларни албатта қилиб кўринг. Если вы новичок, обязательно попробуйте практики на мои на YouTube. Рибаса, хвалочка Рибаса, очень рада вас каждого видеть, благодарю вас. Угу, все. Всем, ребята, пока. 369, повторяем, 369, самое высоковибрационное, самое мембранное число. И 999-70-8711, кода Абсолюта. Абсолют кода. Повторяем, есть вопросы, которые вы не знаете, ответ, повторяйте код, вы подключаетесь к более мембранному коду Абсолюта и прочувствуете, насколько вам придет информация. Агер таки малу мордарджи, соволя рили гичава полуал масиле, токс 7087 8711 o'sha kodga ulaninglar, o'sha kod bilan birga hamohanglikda bo'linglar, bu absolyut kodi, absolyut energiyalarga ulanib, sizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni tezroq olish imkoni bo'ladi sizda. Raqamlar 4-chi o'lcham asosi. Цифры – это основа. Обязательно повторяйте, изучайте. От души. Очень много кодов нам забергамыз, я набираем, албатта харакат қиламан ko'proq berishga. Hammaga ribasi.